Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. Привет, друзья! С вами Илюша. У нас сейчас очень важное событие. Нам надо победить вот такого паренька на машине. Но нужно, естественно, создать нашу машину. Давайте тогда мы сейчас вместе с вами будем это приступать делать. Первое, что я сделаю, это, конечно же, добавлю вот такие колеса. Мы видим то, что, в принципе, можно поставить одно колесико вот сюда, ну и одно колесико вот сюда. У нас уже такой получается очень-очень компактненький автомобиль. Сейчас тогда добавим сюда вот такую прикольную бензопилу, и у нас имеется еще 8 блоков. Давайте мы тогда, знаете, что сделаем? Конечно же, друзья, расставим вот такую прикольную штучку. То есть, по сути, у нас будет квадратная машина, и со всех сторон абсолютно она у нас будет защищена. А сейчас мы, естественно, нажимаем на файт и начинаем сражение. Видим то, что мы, смотрите, друзья, только что пробурили немножечко нашу землю, и нам бы надо, естественно, фигачить вот этого паренька, потому что, смотрите, он что-то, друзья, на самом деле очень и очень даже жесткий. Начинает таранить нашу машинку, и, о-о, друзья, у меня немножечко уже отвалилось переднее колесо, и остается нам зафигачить паренька, и в итоге мы это сделали. Ура, друзья! Наконец-таки, первый уровень у нас пройден, и мы вместе с вами еще открыли вот такой прикольный щит. Вот это да. На самом деле, я думаю, друзья, он мне очень и очень даже сильно пригодится. Ну ладно, хорошо, мы вместе с вами перешли на второй уровень, ну и давайте тогда, естественно, смотреть, что же тут у нас будет такого интересненького. Первое, что мы видим, это, конечно же, опять-таки, друзья, щит. Щит, я думаю, будет нам очень даже нужен. Второе, что я сделаю, это вот эту штучку. Ну и остается, опять-таки, друзья, добавить нам колесики. Жалко, что колесики нельзя прикрепить сюда, но я вижу то, что можно прикрепить их к блоку. Вот это уже, друзья, совсем другое дело. Сейчас мы тогда защитим немножечко вот эту штучку. Ну и давайте крышу, наверное, мы вместе с вами тоже защитим. Вот как раз таки все очень даже хорошо, друзья, подошло. Нажимаем на кнопочку Fight и, конечно же, начинаем ехать. Видим то, что у нашего врага очень и очень новое какое-то оружие было прикольное. Но мы вместе с вами взяли и, конечно же, его победили. Слушайте, а это оказалась очень даже неплохая тактика — строить именно вот такую прикольную машину. Ну и в итоге, вот это оружие, которым он нас пытался зафигачить. Сейчас будем тоже вместе с вами, друзья, его, конечно же, ставить. Ага, нам предлагают, друзья, апгрейд. Либо же блоки прокачать, либо же прокачать наши колеса, или же вот эту пилу. Давайте я, конечно же, друзья, прокачаю пилу. Я думаю, это будет очень и очень даже нужная вещь. Поэтому я первую пилу, наверное, друзья, вообще поставлю куда-нибудь вот сюда, именно наверх. Я думаю, будет очень даже, друзья, хорошо смотреться. Только единственное, она не помещается. Вот это да. А что нам тогда делать? Давайте тогда мы, естественно, машинку нашу вот так переставим. Ну и, в принципе, видим то, что теперь пила наша очень даже хорошо помещается. Вторую пилу я ставлю, конечно же, сюда, и остается нам, ребятоньки, опять-таки присобачить один блок нашей защиты, ну и, конечно же, просто тупо блоки поставить наверх нашей крыши, чтобы нас, конечно же, друзья, не пробили. Ну и в итоге видим то, что у нас очень такое хорошее, друзья, транспортное средство получилось. Я еще, как видите, добавил щит, и точно, друзья, чуть не забыл, конечно же, защитить наш низ. Ну что же, нажимаю тогда, конечно же, на файт, и видим то, что наша машина, ну, очень и очень даже, друзья, жесткая. Только, воу, стоп, друзья, вы это видите? Я только что перевернулся, и это вообще, друзья, какая-то незадача. Потому что мы видим то, что враг наш как-то просто тупо берет и фигачит нас. Хотя, воу, смотрите, один раз мне удалось по нему попасть, и, в принципе, мы видим то, что если мы вот так с раскачки начинаем его фигачить, мы потихонечку, просто тупо и сейчас его, друзья, победим. И в итоге все. Мы вместе с вами, друзья, это сделали. Ура! Поздравляю нас! В итоге третий уровень наконец-таки пройден, и нам, кстати, друзья, открылся вот такой прикольный экс. Экскаватор. Не знаю, конечно, понадобится он нам или нет, но буду надеяться на то, что очень даже сильно понадобится. Ну что же, давайте тогда, конечно же, экспериментировать и смотреть, что же мы можем добавить с этим экскаватором такого интересненького. Я, наверное, друзья, поставлю экскаватор вот сюда. В принципе, очень-очень даже неплохо. Дальше нам, конечно же, опять-таки, друзья, что надо сделать? Это поставить наши колеса. Вот, мне уже, на самом деле, эта конструкция очень даже сильно нравится. Спереди я, наверное, поставлю, друзья, вот эту штучку. Хорошо то,
то, что она все-таки помещается. И теперь нам, друзья, остается поставить только вот такой щит и, естественно, не забыть про наши блоки. Вот все, друзья, очень даже хорошая машинка. Единственное, очень жалко, что, друзья, нам не помещается вот эта штучка, именно наша, получается, коротенькая пила. Но я думаю, мы и без нее справимся против вот этой машинки. Нажимаю тогда, естественно, на файт, и в итоге видим то, что у этой машины, друзья, смотрите, что имеется. Это вот такая, получается, пушка, которая по нам стреляет. Вот это да. В принципе, минус пушку мы сделали, и минус чувачка тоже, друзья, сделали. Да, я, кажется, друзья, создал просто абсолютную машину, которую вообще никто не может победить. Мне, на самом деле, друзья, это очень и очень даже сильно нравится. На 5-м уровне у нас тут имеется какой-то пилот Кэт. Не знаю, друзья, что это такое. А, теперь, друзья, я вижу, это, видимо, какой-то бонусный уровень. Ну ладно, давайте тогда сейчас мы его пройдем очень даже неплохо. Блин, очень жалко, что, друзья, мне не хватает блоков. Давайте мы, наверное, поставим нашу штучку вот сюда. Очень даже хорошо. Ну и теперь будем, конечно же, приступать строить. Первое, что я сделаю, это, конечно же, наши колеса. Вот, в принципе, такая фура у нас получается. Сейчас, конечно же, мы ее, друзья, всю забронируем, чтобы все было очень-очень даже круто. Ну и не забываем про наш пистолет. Вот это да, друзья. Очень даже, на самом деле, хорошо выглядит. Сейчас тогда мы еще немножечко сделаем вот так. Я думаю, тут посерединке можно поставить вот такой прикольный щит. И снизу, блин, друзья, нам надо либо поставить вот такую штучку, либо экскаватор. А мы поставим, наверное, экскаватор снизу, а спереди мы поставим вот такую пилу. А, ё-моё, друзья, я забыл про то, что нам не хватает здесь нашей длины. Ладно, хорошо, мы тогда вместо обычной пилы поставим маленькую пилу. И я думаю, она нам очень даже хорошо поможет. В итоге наша машинка выглядит как-то так. Давайте тогда приступать файтиться. 5-й, друзья, уровень, он у нас бонусный. Ну и действительно видим то, что у нас просто тупо какой-то ящичек под вот этими красными. И в итоге есть, друзья. Мы только что вместе с вами его залутали. И в итоге что с него выпадет? Вот такой прикольный котик. То есть, по сути, сейчас мы вместе с вами будем за него играть. Скорее всего, друзья, да. Вы посмотрите, теперь у нас в кабине действительно сидит вот такой прикольный кот. И опять-таки у нас имеется возможность прокачаться. Давайте-ка, знаете, что мы сделаем? Прокачаем наши колеса. Я думаю, они сейчас будут намного круче и сильнее. Сейчас мы, естественно, посмотрим, как они выглядят. Воу, друзья, ну это реально совсем другое дело. Остается нам, конечно же, опять-таки добавить наше вот это второе колесико. Замечательно. Ну и опять-таки, друзья, по старой доброй схеме. Я, наверное, сделаю пилу вот так. Это, в принципе, будет что-то новенькое. Также не забывая про блоки, потому что с помощью блоков я, друзья, могу поставить еще вот такую короткую пилу. Вот это уже реально выглядит очень даже круто. Что у нас с пистолетом? Пистолет, в принципе, у нас торчит, друзья, вот так. Надеюсь, это будет как бы хорошо. Он хотя бы сможет как-нибудь стрелять. Ну и, в принципе, на этом все. Давайте тогда нажимать на файт и, конечно же, начинать сражаться против вот этого чувачка. И, кстати, заметьте, друзья, тут у нас на карте имеется лед, и, скорее всего, его даже можно здесь пробить. Вот я специально буду сейчас ждать, когда этот чувачок наш провалится. Хотя, скорее всего, он просто, друзья, проиграет. Ну да, видим то, что котик наш улетел очень и очень даже далеко, и в итоге мы вместе с вами, друзья, выиграли. И открыли наполовину вот такую прикольную штучку. Ну что ж, друзья, а мы вместе с вами уже дошли до 7-го уровня, и на нем, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии, ну и, конечно же, наставьте кучу-кучу лайков, и тогда я выпущу вторую часть этой игрушки. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, всем пока!